Еще один случай заболевания лептоспирозом выявили в Бурятии. На этот раз инфекцию подхватили две лошади в Прибайкальском районе. Больные животные были изолированы от здорового поголовья. Будет проведено лечение лептоспироцидными препаратами, а также вынужденная вакцинация восприимчивого поголовья. Всего с 2023 года на территории республики было выявлено 19 случаев заболевания лептоспирозом на территории 5 муниципальных образований. А на сегодня там проводятся все оздоровительные мероприятия. Уже оздоровлено 4 неблагополучных пункта. Напоминаю, ранее больных животных с таким же диагнозом выявили в Яравнинском и Мухоршибирском районах.